каждом из нас есть какой-то талант. Скрытый или нет? Наверняка кто-то из вас прекрасно танцует кан-кан. Или может вы отлично готовите лазанью? О да, уверен, талантливых среди вас хоть отбавляй. Но так уж устроен наш мир, что проявить свой талант бывает нелегко. Сидя на светском приеме среди высокопоставленных господ, вряд ли вы сумеете продемонстрировать свои блестящие навыки паркура. А при исполнении партии Отелло из оперы Джузеппе Верди в своей компании «За горожанами» к вам появится пара вопросов. Да, наше окружение, положение в обществе и социальный статус могут стать препятствием к развитию некоторых талантов. Но вот чего нам точно никто не помешает делать, так это мечтать. Хотя, знаете, возможно, это тоже не так просто. Oh,
Ну, девочка моя, или записывай, или запоминай, пока я не увижу всю документацию, никаких проплат, ничего не будет. Пап! Что, пап? Ну что, пап? Малыш, давай чуть позже. Иди. Пап, ты приедешь ко мне на выступление? Свободно. Папа работает, ты мешаешь. На какое выступление? А? Пап, ну для меня это так важно, я так долго репетировал. А ты займи чем-нибудь серьезным. Ты посмотри на папу, бери пример с папой. Знаешь, иди к маме, Мама решит, да? Мам. У меня завтра выступление. Ты помнишь? Сможешь меня отвезти? Ой, дорогой, я завтра занята. Иди к папе. Уверена, он тебя отведет, да? Да. А, кстати, что за выступление? Да, там, неважно. О, вы слышали, кто будет у меня на дне рождения? Да ладно! А как вы с ним договорились? Это же куча денег стоит. Я могу себе такое позволить. Ребят, а может мы сами выступим? Я слышу, у тебя хорошее чувство ритма. А я слышу, у тебя хороший слух. Спасибо большое. Ну так вот, слушай сюда. А, два, три. Ну вот, и так всегда. Почему меня никто не понимает? Je ferme les yeux et j'aperçois un monde qui n'attend plus que toi, que j'appelle chez moi. Dans le noir, allongé, là où personne n'a rêvé, je me sens chez moi. Когда я был маленьким, я часто любил уходить к себе в комнату и лежать закрытыми глазами. Не потому, что мир вокруг меня такой страшный или несправедливый, нет. Просто в те моменты я представлял свой яркий мир, полный миллионов фантазий. И знаете, я до сих пор люблю так делать. Но, по-моему, настало время открыть глаза и пойти навстречу своей мечте. Возможно, я потеряю всех. И все. Наверное, это звучит как бред. Но знаете, я не против. Может быть, так оно и есть. Но мне кажется, что мы можем жить в мире, который создадим сами. Папа, я хочу быть артистом. О, ты сказал что-то очень смешное, сынок. Ну-ка, повтори. А, я понял, в чем мое призвание. Я хочу быть артистом. Да ты что? А мы с тобой говорили об этом. Мы говорили, я тебе очень не советовал. Да. И потом, что скажут люди? Мой сын клоун. Да-да. Что да? А, для меня это вообще не важно, что скажут. Я сделал свой выбор. Ой, я смотрю, кто-то уже считает себя взрослым. Слушай, давай, иди. Только никаких финансовых вливаний, или ты думаешь, я буду спонсировать этот цирк? Ты опять меня не слышишь. Я не прошу ни о поддержке, ни о чем. Я просто принял решение, и все. Я вот думал, что когда-нибудь ты перестанешь вести себя как ребенок. Как маленький ребенок. И мне не будет стыдно за тебя. Стыдно? Стыдно за тебя. Звучит так, как будто мне легче из дома уйти. Понял. Ты хочешь уйти из дома? Давай. Нет, ну туда. Но только посмотрим, сколько ты протянешь. Эту сторону. Je me lève jour après jour. C'est un jour ordinaire. J'en connais déjà le coup. Le poids n'en pas nécessaire.
Parce qu'on n'a jamais le choix de ces murs de sa terre qui nous enferme à l'étroit, étroit d'une grande solitaire. Que je dois faire être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur d'être à la hauteur du commandement mortel, pour chaque jour. Attention qu'il faut mettre pour un rôle qui mène à rien. Mais faut-il vraiment s'y soumettre jusqu'à la fin pour être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent et surmonter sa peur. Du commun des mortels, pour chaque jour répondre à la peine et avoir à cœur d'être à la hauteur, d'être à la hauteur. Ah!
Ага. Знаешь, сколько нас таких? Вон целый бар сейлс. Бар что? Ты вообще отсюда? Мы сейчас как раз туда собираемся. Хочешь, пойдем с нами? Давай. Познакомимся с остальными. Талантливыми. А тебя как зовут больше? Thank you.
Ладно, как, удачно сегодня? О, это кого Соня принесло? А, да я мимо, когда... Подцепили фаната. Да. Говорит, что мы очень талантливые. Смотри-ка ты, не подскользнись. А то я смотрю, ты прям растаяла. И откуда ты такой будешь? Конечно, я не мог им сказать, откуда я приехал, кто я такой и кто мои родители. Поэтому я перевел тему. Поверьте, я это умею. О, ребят, слушайте, а классный у вас бар. Слышь, ты тему-то не переводи. Ну или не совсем. В любом случае, мне были интересны эти ребята. Я хотел стать своим среди них. Поэтому мне пришлось сказать, что переехал я сюда недавно, ничего не знаю, хочу как-то освоиться, найти единомышленников. А приехал я сюда, потому что все стало каким-то рутинным. И все было как обычно. Как обычно я вставал с утра, как обычно пил кофе, как обычно шел на работу, я даже смеялся и плакал, как обычно. В общем, жил я, как обычно. Tout le temps, comme d'habitude.
выхожу из комнаты, как обычно. Сегодня я плачу, как обычно. Потом я просыпаюсь, как обычно. И я снова пью кофе, как обычно. Слушай, проблемы какие-то у тебя непроблемные. Страдалец. Что-то тут не сходится. Ты весь какой-то, знаешь, с иголочкой одет, чистенький слишком. Ага. А я не поняла, а чё вы его слушаете? Вообще непонятно, откуда пришел. Да ладно тебе, подожди. Может, он норм. Не сильно внятный, конечно, пока. Надо еще посмотреть, что с ним можно сделать. Но знаешь, у нас тоже ведь у каждого свои закидоны. А, извините, своя философия. Если вы спросите у меня, где...
Где был? Началось. На кастинге! Да-да-да, там были подборы на известное шоу! А, как звать? Прям хорошо-хорошо! Они мне не подошли. Но на самом деле, это не важно. А важно, как ты себя позиционируешь в жизни. Да, хорошо, но если посмотреть с другой стороны, на самом деле... Нет, вся жизнь — это кастинг. А если вы уходите, а вам никто не позовут обратно, это значит, что вы идите в верном направлении. Sono di resta da place les acquis nanti te dépasse le lit où tu n'es interdit de viser plus haut. On a souvent ri de mon audace, la vie fait le moins, quoi que tu fasses. En polio d'espérer, tu n'es bon qu'à courber le dos. On est seul qu'on étudie, merci et c'est tout. Il faut s'incliner sans s'aligner jusqu'au bout. Soit tu n'es roi, soit tu n'es rien, mais dis-moi, pourquoi ce chemin de croix? Je veux la gloire à mes genoux, je veux le monde ou rien du tout. Par les menus plaisirs, par les petits désirs, les privilèges. Je veux le prix de l'amour fou, je veux la corde à votre cou. Par les menus plaisirs, par les petits sourires, les sortilèges. De mon audace, habille-le moi quoi que tu fasses. En beau lieu d'espérer, tu n'es bon qu'à courber le dos. Faut qu'il implore sans jamais toucher le ciel, que je reste cloué sans déployer mes ailes. Amen à ton, amen à rien beau. D'histoire, le sort, les lois, je ne les soumets pas. Ne me demandez plus de marcher droit. J'éprouverai vos torts, j'adore le chemin que je vois. J'enterrerai derrière moi l'idiot qu'on veut que je sois. Je veux la gloire à mes genoux, je veux le monde ou rien du tout. Par les menus plaisirs, par les petits désirs, les privilèges. Je veux l'épée de l'amour. Классная и веселая жизнь. Мне очень нравится. Слушай, ты почем такие классные розовые очки брал? Что? Нет, ну серьезно, а что не так? У вас полная свобода творчества. Вы ни от кого не зависите, делай, что хочешь, кайф. Пойдем, покажем тебе обратную сторону этой свободы. Очки снял? Thank you.
qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de répondants, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratins, c'est ma preuve solée. Car la vie, il est un peu faux, on les a remontés. Mais ta parole est haut, on les a pas les rachés. Et l'État, les réunissent, après t'as trouvé. Si tu pars sous grand marché, t'as qu'à pas lâché. T'as beaucoup du stade, toi, t'as envie d'empocher les patates. Être à gauche, droite, c'est la mer, loin des galères. T'as beaucoup du sale, envie d'ensemble, lui a les patates. Des gauches, droite, t'as des canaires, patibulaires. Thank you.
Черная стена заполняется яркими посланиями этих детей в будущее. Эта картина была у меня перед глазами все то время, что я жил с этими ребятами в баре. Я услышал от них столько разных историй и понял, то, что, несмотря на то, что они, по сути, сводят концы с концами в этих бедных серых кварталах, каждый из них является ярким кирпичиком в этой стене с картинкой красивым будущим. И все, что мне оставалось, это просто построить эту стену. Творческих ребят у нас хватает. Мы ставим великолепное шоу, находим площадку и поклон, занавес, аплодисменты. Ну как вам, ребят? Ага, вообще блеск. О чем ты? Какие из нас звезды? Подожди, подожди. Я сейчас надену свое вечернее платье, доем лобстера, поцелую прекрасного принца и сразу на сцену. Давай, целуй. Господи, ребят, да ладно вам. Я вас прекрасно понимаю, вы переживаете, что ничего не получится. Хотя, с другой стороны, не попробуешь, не узнаешь ведь. С другой стороны, а чего это мы его слушаем вообще? Пришел тут непонятно откуда устанавливать свои порядки. Он с нами не жил, ему не понять, каково это. Может быть, он вообще, знаете, не получится у него. Он возьмет да сбежит, удобно. Да сколько можно тут торчать? Сколько можно ждать чего-то? Я здесь уже просто задыхаюсь. Давайте выходить в мир, что мы теряем-то? Dans les bois de l'oxygène.
жена? Да уж, занесло нас, конечно. Паренек, ты тут бабу? Налей нам что-нибудь. Я прошу прощения, вы не заблудились, ребят, нет? А тебе что-то не нравится? Да ты вообще знаешь, кто мы такие? Ты мы ваш этот клоповник на три счета закроем. Честно говоря, не особо нам интересно, кто вы такие. Если вы еще не поняли, то вам тут, ну, не особо рады. Королям этого мира везде рады. И мнение прислуги нас не интересует. Между прочим, из прислуг зачастую вырастают королевы. Тебе ли не знать, Белоснежка? Laisse-moi du monde vivre au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais à mer, ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne savent pas qui tu sais, nous les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls dans leur château. C'est qu'ils confondent les chiens et les loups. Ils font des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent de tout, même de l'amour. Les rois du monde, c'est pas tout eux. C'est qu'un de la place, mais pour un pas bonheur. Et nous même pas, l'enguerre on leur fera pas. On sait même pas pourquoi. Никогда никем не стать. Грязные ничтожества. Как родились в этой дыре, тут и загнетесь. Уверен, они еще и бездарные. Да наверняка, ребят, хватит время свое на них тратить. Погнали отсюда. Oh,
вы слушаете-то, в конце концов? Ну, хватит, все нормально. О, да, спасибо. И сразу все прекрасно. Да ты только болтаешь, хоть бы раз чего предложил. Я нашел его в баре. Группу какую-то собирают. Кажется, выступать планируют. Вот, правильно. Кстати, карточка этого бара. Хорошо. Я очень рад, что у моего сына такие верные друзья. Я благодарю за информацию. Я подумаю, что придумать для тебя и для сына. Давай. Спасибо. Удачи. Сколько раз вы уже слышали эти слова? Грязный, ничтожество. Родились в нищете и ничего из себя не представляете. И самое обидное, что они правы. У нас ничего нет. Кроме веры в себя. Все, хватит. Но неужели мы опять это допустим? Неужели мы опять их послушаем? Наши открытые раны уже давно превратились в шрамы. Да, у нас, может быть, нет всего того, что есть у них. И я тоже не знаю, получится ли у нас. Но одно я знаю точно. Нам не обязательно становиться другими, чтобы быть прекрасными. Je me sens si bien dans le noir, veux me cacher, le plaisir il me pas les doigts, mon appris à voir honte moi, je dois m'en aller, jamais personne ne m'aimera, mais je ne laisserai pas me détruire, on a tellement de choses à dire, un monde à conquérir. Lance tant de vos flèches contre moi. J'en verrai un déluge qui les détruira. Je suis fort, mais blessé. Et non, je veux rien changer. Je suis moi. Regarde, je suis là. Je suis vrai, le battement de mon cœur. Je ne veux plus avoir peur. Non, je ne m'excuserai pas. Je suis là, regardez, je suis là, de mon cœur,
Это тот настрой. Погнали репетировать. Алло. Алло. Ну, так что мы договорились? Ну, как о чем? Ты сливаешь мне всю информацию о планах сына в этой банде, а я постараюсь сделать так, чтобы твой счет в банке никогда не был пустым. Ты понимаешь меня, да? Согласен? Подумать тебе надо. Ну, подумай. Подумай. Че там думать-то, Господи? Ну, а
что насчет славы денег, например? Хорошо, давайте попробуем. А что для этого нужно сделать? А давайте обменяемся контактами, и я вам скоро всю информацию пришлю. А, да, давайте. Давайте, хорошо. Ребят, пойдемте отметим, пойдемте в бар, ну быстрее, давай! Да, ребята, пойдемте, я вас догоню сейчас, кстати, тут, ну. Ага, пойдемте, пока тоже обменяемся контактами. Черт, извините просто. Я просто подумал, у вас было, может быть, когда-то вот такое чувство, что кажется, что через всю жизнь... Я, кажется, понимаю, о чем вы. Мы говорили просто там, любовь, ну, к музыке, я имею в виду, да, к музыке. Да, любовь к музыке, да, конечно. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai. Dentro ci resta, vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei noi non peso. Я вот так.
yo vivo. Quand le dépassage finira, nous va partir en très beau. Car
Привет, привет, привет. Вернулся. Да. Стой. Ну-ка. Давай, рассказывай, как обменялся контактами? Нормально обменялся контактами. Ну, может быть, хотя бы, ну, визиточку покажешь. Ты чё, сколько концерт нам ещё выбила? Так, чё вы хотите? Ну, я попытался привлечь её внимание. Ну? Ну, мы поговорили. Ну и, в принципе, ей понравился наш коллектив. Да ладно тебе, мужик. Смотри, рассказываю. Женщины, они, знаешь, любят неожиданность. Вот ты так к ней, да, подходишь, присаживаешься и... Нет, женщины, наоборот, любят смелых. Подходишь так, притягиваешь. Так, стоп, советчики, руки. Сейчас. Так, кто лучше всех может знать о женщинах? Сами женщины. Девочки, кто у нас тут пользуется наибольшей популярностью у мужчин? Окей! Меня два раза просить не нужно. Сейчас все расскажу. Короче. Вот смотрите, главный вход здесь, зрители, ну, ой, опять
блядь, забыла. Ой, я же хотела еще взять несколько комментариев для пресс-релиза. Кто-то может сказать? Я... Ой, слушай, может, ты и скажешь? Заслужил же! Да? Да, ну давайте, да, могу сказать, конечно. Давайте, пойдем. В общем, там не сложно, а? Алло? Да, да, я согласен. У них концерт через пару дней, аншлаг, практически все билеты проданы. Да, я всю информацию пришлю, да. А, что насчет денег? Когда? Ага. Да, хорошо, все. Спасибо. Угу. Вы, наверное, меня осуждаете? Ну а что, я всю свою жизнь провел здесь, в этой нищете, да и можно ли это вообще жизнью назвать? И знаете, ну вот, извините, но при таком положении дел мораль отходит немножко на второй план. Я всю свою жизнь пытался вдохновить всех этих ребят на что-то больше, чем этот замшелый бары песни в переходе, но меня никто не слушал. А тут появляется он, этот папенькин сынок, у него все сразу получается. Он украл мою мечту. Это, по-вашему, справедливо? Нет! А. Понятно. И вы меня не понимаете. Ой, ребята, я уже представляю себе, представьте, просто я еду по длинной дороге на своей новенькой Феррари. Ну, конечно. Подожди, давай сначала выступи на концерте, нормально? Потом уже Феррари. Juste un peu de place pour ne pas qu'on efface. J'ai pas trop d'amis, regardez en classe, c'est pas l'extase. J'ai beaucoup d'espoir, je suis seul. Et personne qui le dit, c'est pas le pire quand je pose la rime. Je ne suis pas tranquille, il faut que je m'éclipse ou alors accuser les cons ou dehors. Il faudrait que je cours tous les jours. Faudra-t-il que je cours je veux que l'on m'écoute, que de doute pour m'en sortir. Je dois tenir et construire mon futur. Partir à la montée d'une vie mentue. Sûr que c'est pas gagné, mais j'assure mes arrières. Pour connaître l'amour et le monde, il faudra que je cours. Dans ce monde parmi vous, je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi vous. Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi vous. Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi vous. Il faudra que je cours tous les jours. Faudra-t-il que je cours jusqu'au bout? Juste un peu de place pour ne pas tomber.
я все правильно делаю. Короче, ребят, скоро все получится, классно. Эй, а что это мы загрустили? Да я тут подумала, вот дадим и концерт, потом еще один, еще. Осуществим свои мечты. И что же мы? Разъедемся и все? Каждый начнет свою новую жизнь? Серьезно? Ты представляешь, сколько нужно дать концертов? Когда это будет? Не, ну а правда? А что дальше-то? Мы что здесь всю жизнь торчать будем? Может и не будем. Может мы и разъедемся кто куда. Но расстояние же не помеха. Где я еще таких найду? Но придется теперь меня выслушать. Вы хоть знаете, кто его отец? Не, пыль в глаза ты, конечно, красиво пускать умеешь. Я прям практически даже поверил. Кстати, слушай, о друзьях. От своих-то ты в прошлый раз открестился мастерски. А это грандиозное шоу! С ребятами-то понятно все. Тебе это зачем? Может быть, ты действительно решил самоутвердиться за наш счет? Или чего хуже, папочке насолить? Ладно, я вам не все рассказал. Да, я из богатой семьи. Был. Но послушайте, если бы я вам все сразу сказал, вы бы меня не приняли и даже не стали бы слушать. Вы бы выгнали меня, как моих знакомых. Ребят, ну вот сейчас мы все же получается хорошо, если мы чуть-чуть соберемся, все получится, продолжим, и у нас будет самый лучший концерт. Ребят, а? Как? Браво.
Браво, браво. Пламенная речь. Мне кажется, что я буду прав, если скажу, что сейчас здесь нет никого, кто хотел, чтобы ты остался. Тебе пора. Уходи. Good job.
Как я рад, что ты вернулся. Пап. Что, пап? Зачем все это? Я просто не думал, что так быстро это случится. Люди. Зачем все это? Что все это? Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Ничего не понимаю. Что ты понимаешь? Слушай, все, что я просил, это просто дать попробовать то, что мне хочется сделать. Попробовал? Попробовал. Ну? И у меня получилось, если бы не ты. Слушай, я не понимаю, что ты хочешь сказать, но, по-моему, ты твоя жизнь здесь. Да, я тебя не просил ни о чем. Я тебя не просил ни о поддержке, ни о финансах, вообще ни о чем. Просто дать мне пожить свою жизнь. Всего-то. Я тебе сказал, твоя жизнь здесь, в семье, ну, среди своих. Своих? Мне те ребята из бара стали ближе, чем вы за все это время. Знаешь, наверное, тебе еще не понять, но когда-нибудь ты поймешь, как это больно, когда единственный сын не может оценить всего того, что сделала для тебя семья, когда ты... Я просто хотел тебя удержать. А зачем меня держать-то? А что я мог сделать? Просто поверить! Поверить мне так, как это сделали они. Они. А я? Они. Пять лет. И что теперь? Что нам дальше делать? Да в смысле, Господи, что нам дальше делать? Да пусть он спокойно катится ко всем чертям, зачем он нужен тут? Подожди, а как же концерт? Мы же так долго к нему готовились. Ну а что ты предлагаешь? Ребята, спокойно. Все под контролем. Я когда с его отцом разговаривал, мы с ним договорились... Так, стоп! С кем ты разговаривал? То есть ты обо всем знал и ничего нам не сказал, так? Класс. А тут есть вообще хоть кто-то, кто ничего друг от друга не скрывает? Подождите, давайте успокоимся сейчас и обсудим все нормально. Да, он скрыл от нас правду, но... Никаких «но» здесь нет. Не тебе сейчас об этом говорить. Но серьезный, ну, допустим, он сказал бы нам все сразу, вот всю правду о себе. Что бы было? Мы бы его даже не стали слушать. А он ведь это делал для нас тоже. А скажи сразу все. Ну, правда, послушай. С чего ты взяла вообще, что он именно нам хотел помочь? Он же один из них, из тех, кто всю жизнь нас высмеивал, принижал, за людей не считал. А ты прям все про всех знаешь, да? Лично а себя ты самая умная, да? Да у меня нет, знаешь, да. Видно. А что ты лезешь сейчас? Да, конечно, ты свою дружку сейчас прячешь! Да хватит меня затыкать! Вы меня по жизни затыкаете! Посмотрите на себя! Ну мы же такие же, как и они! Мы ссоримся друг с другом из каких-то мелочей! Вспомните, ради чего мы все это начинали? Мы хотели стать лучше! Мы хотели выбраться вот отсюда, в мир. И куда мы пришли в итоге? Мы опять на каком-то дне. Но сейчас, кажется, даже хуже. Все, я пошла. Эй, а с выступлением-то что? Да забей уже. Я
дамы и господа, а сейчас выступят дебютанты фестиваля. Они прошли поистине сложный путь, чтобы оказаться на этой сцене наравне с постоянными участниками нашего мероприятия. Поэтому давайте их поддержим! Je ferme les yeux et j'aperçois un monde qui n'attend plus que toi, que je paie chez moi. Dans le noir allongé, là où personne n'a rêvé, je me sens chez moi. Il peut dire que j'ai l'air fou. Il peut dire que je perds l'esprit. Peu importe si j'ai l'air fou. Je m'en vais loin dans ce monde dernier. Ou bien la nuit, je ferme les yeux, je murmure aux étoiles de mer, en millions de rêves me maintient éveillé.
mesdames et messieurs, c'est le moment tant attendu. Vous êtes assis dans le noir, ne voulez pas être vu. Jusqu'à dans votre chair, ce frisson vous a parcouru, ne plus respirer, jusqu'à délirer. Oubliez, mettez tout ça de côté. Ne résistez pas, ça arrive pas à pas. Vous inquiétez pas, ça le fera, toi et moi. Même dans vos rêves les plus fous, ça n'arrivera pas. Laissez-vous transporter par cette magie très bien où il est. La douleur s'est passée, libérant de leur place.